Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Рейдж. В последней серии мы попали в этот город и начали в нем маленько осваиваться, и местный бугор дал нам задание избавиться от мутантов на соседней станции, которая называется Синий. И давай вспоминать, что да как, потому что я опять не играл в игру неделю. Так, войти на станцию синей линии, которая находится под мостом, ведущим в подземку. У меня тут проблем, черт. Понятно, значит, нам надо ехать туда. На выходе из подземки в конце моста начинается тропа. Иди по ней. Понятно. Поехали! Погоди. Или не поехали? А, пошли, значит, не поехали, а пошли. Хорошо. Так даже интересней. Машину никто, интересно, не украдет? Надо было сигналку поставить. Да, что-то это все не вызывает доверия, честно говоря. Да ладно. Мутанты — это всегда плохо. Мутанты — это ничего хорошего. Так, других наконечников нету. Нормально. Для этого у нас только такие патроны, понятно. Ну ладно, я думаю, нормально будет. Так, пистолет, по-моему, тоже зарядить надо. Нет? Давайте все проверим сразу, потому что если пойдет заваруха, то... Вот, допустим, снайперку. Если пойдет заваруха, то там может быть не до этого. Кстати, кто мне может объяснить, зачем вот эта вот дуга такая над прицелом у данного оружия? Это типа для переноски, что ли? Но никто бы так не стал носить оружие. Это абсолютно нефункционально, как эта вещь. На кой хрен она там пришпандорена? Если носить оружие стволом вверх, то есть... Всегда вероятность непроизвольного срабатывания. И, соответственно, как минимум руку оторвет. К хренам с таким калибром. Поэтому это как-то лучше бы ушучку, как у М16, или что ли, сделали. Тихо. Что там у нас на варфоломеюшку-то денег хватает, кстати говоря? Фламишка, ты где? Нет, к сожалению, много чего не хватает. Ну да ладно. Наберем еще. Тихо. Так, я думаю, в закрытом помещении нам с этим будет комфортнее. Тут у нас местные рабочие. Судя по шагам, там кто-то тяжелый прошел, но мне пока что-то неохота туда выходить. Но я что проглядел тут? Ладно, не будем пока отсвечивать. Так. Осколочная граната 6, я думаю, это будет неплохо. Канистра, филтрит, отлично. Супер. Что у нас здесь? Такое чувство дежавю, прям капитальнейшее. После того, как я играл в метро 2033, прям настолько все похоже. Только здесь график, конечно же, лучше. Хотя, это как посмотреть, метро тоже очень технологичная игра, хотя, конечно, довольно-таки кондовая и топорная в плане анимации, скажем, детализации моделей, лицевой анимации, но при этом, конечно, технологии там впечатляют тоже. В чем-то даже, наверное, побольше, чем здесь.
Да что вы прячетесь от меня? Вы же знаете, да, что я к вам привычный. Ой-ой-ой, зачем я нажал эту кнопку? Недавно делал прохождение амнезии и, соответственно, привык к тому, что Q и E — это наклоняться влево-вправо, выглядывать из-за угла. Нажал Q, кинул гранату и, соответственно, нашумел. Куда они ломятся вообще, не пойму. Отлично. Так, на Варфоломеешку-то уже хватает вроде бы. Угу, хорошо. Создать. Этот парень нам, я думаю, тут очень даже пригодится. Так, только его надо поставить на быстрый слот. Или лучше просто сразу использовать, я не знаю. Так, давайте-ка мы вот эту вот назначим. Вместо электромагнитной гранаты она нам пока не нужна. Потом в Варфоломеюшку назначим вот сюда, вместо этого непонятного прибамбаса. Да и, в принципе, я думаю, все. Отлично. Там внизу. Тихо. Так вот, как вы в метро проникаете, значит. И они все куда-то направляются. Кто бы мне объяснил, куда? Такое ощущение, что их кто-то целенаправленно куда-то посылает. Возможно, то же самое правительство. Найти детонатор. Отлично. Свободен. Ой-ой-ой. Ладно, патронов у меня пока хватает, слава богу. Тихо пострелял. Отлично. Так, что мне делать? Я не совсем понимаю. Блин, не дает мне сосредоточиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, ребята, подождите. Так, что у нас есть для создания бинтов? Бинтов вроде бы у нас нет. Так, сейчас мне, похоже, настанет хана. Так, стрелы, машина, турель, мини-ракеты, мамаши. Создать и применить. Потому что это все очень опасно. Да блин! Да что ж ты живучий-то какой, а? Так, ну что, все, нет? Так, надо что-то делать, похоже. Или я просто тут должен обороняться, или мне в итоге свободен. Потому что спрыгнуть я вроде как не могу, да? Ты посмотри, осадили скоты. Ой, тихо. Угу.
Отлично. О, давайте сохранимся. Это было жарко. Вернее, это было опасно. И это была жаркая перестрелка. Что-то опять мой русский страдает. Давай, Варфоломеюшка, защищай меня. Ой-ой-ой, это что такое? Эй, не трогай моего. Фламишка. Сортир. Кого в сортире замочить? Ну-ка, вылезайте. А, вроде желающих нет, надо сказать. Хоть бухла под нее. Так, ну что у меня дальше-то по заданию-то? Теперь мне что надо подзорвать? Найти детонатор на синей линии. А, детонатор надо найти, динамит мы нашли. И потом, видимо, вот этот завал надо будет завалить. Завал завалить. Ой, беда, беда. Вроде все спокойно, да, Варфоломей? Пойдем со мной. Там еще вниз дорога была. Хо-хо. Напоминает мне... Сириус Сэм напоминает. И тех ребят без головок с двумя бомбами. Так, Варфоломей, что-то ты уже дымишься. Тяжко тебе приходится, да? Быстрые сволочи, не спорю. Там мы были только что. Нам сюда. Или нам сюда? Похоже, нам сюда. Черная кружка. Зачем нам черная кружка, интересно? Троны. Доллары. Путешествие Дивара. Там с 1 по 6 включительно. Белая кружка. Для чего нам кружки нужны? Ага. Похоже. Варфоломей! Варфоломей! Варфоломей, ты куда меня бросил? Самый неподходящий момент. Ой-ой-ой, что я наделал? Блин, не ту кнопку нажал. Получи, распишись. Что-то знатное мясо такое пошло, надо сказать. Тихо. Да что ж с вами не так-то все время? Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай, быстрее давай. Все, нет. Уф, вроде все. Да, надо было, надо сказать, это было довольно-таки напряженно. Где мой Варфоломеюшка? Куда девался? Хотя бы запчасти себя взять, но... Варфоломей! Ладно, он, видимо, ушел на вольные хлеба. Решил жить самостоятельно. Ну и хрен с ним, нового найдем. Ты посмотри, а что творят. Туалет. Легенда.
Ладно. Возьмем бутылочек. Еще есть желающие отведать комиссарского тела? Давайте, вылезайте, ребят. Довольно, надо сказать, долгий квест, да? Как хорошо, что я на шотган картечи понакупил. Против мутантов самое оно. Что-то мне туда неохота, это какая-то вокзальная, похоже. Зала. Ну и не зря же мне патроны правительства дают в таком количестве. Сейчас, видимо, что-то будет. И, судя по всему, обратно я вернуться уже не смогу. Так, давайте осмотримся, прежде чем лезть. Сохранимся. И пора спускаться, я думаю, пора. Так, ну-ка, вот тут бы мне Варфоломеюшка не помешал по-любому. Или хотя бы Дормидонт где-то. Не, на Дормидонт у нас не хватает двух деталей. А Варфоломей аж трех. Печаль. Ой-ой-ой. Да шо ж ты какое, хрен попадешь. Натурально, Борис, хрен попадешь. Кто так страшно орет? Тихо, тихо, тихо. Ой, что-то страшное творится. Бежим, бежим, бежим. Продолжаем, меня отвлекли особо глупые люди. Так. Ой. Да когда ж вы кончитесь уже? Ой, ой, плохие звуки. Твою мать. Да. Это может плохо кончиться. В закрытом помещении с таким количеством врагов. Братюнь. Давай, давай, не мешайте. А, не мешайте, ребят. Да шо ж ты какое, а? Да шо ж с тобой все не так? Отлично. Своих же убил. Идиот. Патрончики-то того, кончаются. Ой, блин, не то взял. А-а-а.
Блин, мы с тобой, похоже, поднапаримся, братья. Надо, блин, сосредоточить усилия на этом говнюке. Так. Все отлично. Теперь дожимаем мелочь. И все, кажется. Можно выдохнуть. Да, это было прикольно, конечно, по-своему. Такой Сириус Сэм, или даже скорее Пейнкиллер. Чем-то таким это все отдавало. Возьмем баксов. И пора двигаться к чертовой бабушке отсюда. Запишемся по-любому. По-любому. Мало ли, что сейчас может произойти. У нас, похоже, какой-то подземный паркинг, что ли, был. Или надземный. Что-то лежит. Картечь. Отлично. Гранаты. Но я думаю, их не зря нам дают, потому что раз дают, значит, что-то, наверное, будет. Так, секундочку. Опа. Скинул кошку с колен. Можно продолжать. Так, а мы, похоже, подходим уже, собственно, к станции нашей. Потому что вот она, синяя линия начинается, да? Твою мать, ты откуда взялся? Ой-ой-ой, сколько у вас, ёлки-палки. Да уж. Ой, да чего тут все опасно стало, а? Так, там у нас чего еще не хватает-то? Да все того же не хватает, мы в принципе ничего не брали. Так, спокойно. Разместить динамит. Где его разместить? Ой-ой-ой, в углу зажимать-то не надо, мать твою. Секундочку. Фу, ты посмотри, а. Какие вредные. Так, что дальше? Или мне еще что-то нажать надо? Давайте-ка запишемся. Что-то это может плохо все кончиться, по-моему. Вот, еще сюда. Ой, да тут до хрена, куда его надо положить. Так, скажем. Так. И вот так. У нас, собственно, станция метро. И я надеюсь, здесь обойдемся мы без мяса особого. А, видимо, по второй линии тоже надо все обвалить. А, вот детонатор, понятно.
Мутанский блюз, супер. Ох, там неприятные звуки какие. Твою мать, твою мать. Приплыли, называется. Слава богу, хоть медленные. Ай-яй-яй. Так, они... О! Твою мать. Тихо, тихо, тихо. Да давай, блин, куда ты, я думаю, все спрыгнет, не спрыгнет. А, ничего не видно. Вашу мать, вашу мать. Так, а все, большой сдох. Можно взять картечь. Или калаш. Ну-ка, слезай. Слезай, говорю. Ой, может не уходить как-то отсюда? Ой, блин, да что ж вы не отстанете-то от меня? Идиот. Смотри, не кончается. Ой, нет, энергетически я вас трачить не буду, пожалуй. Все, кажется, да? А, 17 минут 12-го. Чувствую, мы всегда замерли на этой отметке. Так, что куда дальше? А, вот, теперь тут открылся. Да уж, надо сказать, мясо было знатное. Я надеюсь, оно закончилось. Потому что пора бы уже, пора бы. А, мы вернулись, понятно. Отлично. Вот у нас и выход. Это было хорошо. Это мне очень понравилось. Это было круто. Так, ну что, я думаю, на этом мы завершим эту серию, продолжим, сдадим квесты и пойдем дальше по другим, уже в следующем, в следующей серии. А надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. We'll be right back.